В ближайшее воскресенье состоится финал молодежного творческого проекта «Город А» первого конкурса Московской области, синтезирующего все виды искусств. Заявки на участие в шоу подали около 20 подмосковных коллективов. В финал конкурса вышли 13 сильнейших городов-участников, в том числе и Мытищи. Все это время на официальном сайте проекта проходило голосование. На сегодняшний момент наш округ лидирует. Поддержать мытищинскую команду можно 2 сентября. Подведение итогов и праздничный концерт состоится на главной сцене стадиона «Зоркий» в Красногорске. Как подчеркивают организаторы, команде-победителю достанется не только призовой фонд в 200 тысяч рублей, статус «Самый талантливый город Подмосковья», но и возможность проведения фестиваля в следующем году. Нам остается надеяться на победу Мытищ. Согласитесь, она станет хорошим подарком ко дню округа.